На рубль больше. С сегодняшнего дня повышены цены на проезд в маршрутных такси. Об этом сообщили официально. А с начала августа ценник вырастет в трамваях и автобусах. Цена на проезд в маршрутках выросла с 15 до 16 рублей. Мера, как говорят перевозчики, вынужденная. Вслед за маршрутными такси подорожает проезд и в другом общественном транспорте Златоуста – автобусах и трамваях. Действительно, сегодня мы получили постановление главы города о повышении проезда в общественном транспорте до 14 рублей. Себестоимость нашей перевозки сегодня составляет 19 рублей 86 копеек. Инфляция идет. Значит, мы не повышали тариф более 2 лет. Последнее повышение было в августе 2012 года. Поэтому все меры, которые сегодня принимаются по проезду в общественном транспорте, они абсолютно экономически оправданы. Экономическая необходимость повысить стоимость проезда была неоднократно доказана в соответствующем управлении городской администрации. Реальная стоимость поездок в трамваях уже давно выросла по сравнению с той, которую оплачивают златоустовцы, а в автобусах и вовсе достигает 25 рублей. Однако горожане будут оплачивать лишь 14 рублей за поездку.